по обеспечению общественным транспортом. Самая тяжелая ситуация сегодня – молоко. Из 57 троллейбусов 40 не работают. Так, глава? Мы с вами собрались строить аэропорт молоко? Собрались. В бюджете уже Саратовской области на этот проект предусмотрено софинансирование в объеме 308 миллионов рублей. Раз это запланировано для Балакова, как софинансирование аэропорта Балакова, но мы средства заместили федеральными, пускай деньги останутся у Балакова. И в этом году их можно взять и пустить на приобретение троллейбусов. Как раз хватит нам почти на 12 единиц троллейбусов. На будущее будем искать средства. Перед собой так задачу надо ставить. Через 2 месяца подписываем соглашение в рамках 3-летней программы, начиная с этого года, по 12 новых троллейбусов город должен получить.